Так, ну что, на арене Погодин Дмитрий, Галимин Игорь. Бойцы нацелил. Погодин Дмитрий, 18 лет, 67 килограмм. Занимался 2 года АРВ. И его соперник Галибин Игорь, 65 килограмм, 22 года. Оба впервые на стрелке. Друзья, поддерживаем бойцов. Первый раз на стрелке, достойно уважения. Не, стоп, стоп.
Иман, вставай, вставай. Потом дома отдохнешь, давай. Ну, заходи, да, ты же не боец, что ты бегаешь. Бой! Дима, можешь? Дима, можешь? Держи руки, Иман. Руки держи. Руки держи. Следующий бой Киреев Роман, Казаков Родион. Давай, Диман. Ну что, друзья, продолжаем? Молодцы, бой! Молодцы. Держи руки, руки. Капу зажми. Капу зажми. Капу зажми. Руки держи. Дима, забери, давай. Нет, стой, руки. Дима, сделай последний момент. Левый рукой. Руки поплыли. Руки поплыли. Вот так, еще одна. Дима, руки. Ну что, друзья, победите! Подходите ко мне, скажите пару слов. Первый раз на стрелке. Какие впечатления? Победитель, держи. Кто победил, как первый всегда говорит. Хорошее впечатление. Хочу поблагодарить своего соперника. Отличный парень. Всем спасибо. Спасибо организаторам за то, что организовали все это. Всем добра. Так, вы, пару слов, чем занимаешься? Чем по жизни занимаешься? Сейчас уже ничем не занимаюсь. А так 2 года я по башке занимался. Ну, отлично. Сопернику спасибо. Спасибо за такой хороший бой. Очень классный боец. Удачи. Все, друзья, благодарим бойцов.